Друзья, всем привет. Привет из города Славянска. Мы сегодня в меньшинстве. Даже не знаю, куда коты подевались. Но Люся не стал трогать. Она спит. Нашкодничала. Такая всякая. Ночью открыла форточку на кухне и залезла в дом. Ну, естественно, форточки остались открытые. Только что встал на кухне. Хоть в хоккей играй. Ну, что ж такое? Что такое? Смотрите, видите? Вон лед. Схватился лед, но волна его разбила. И он такая, как кашется. Сейчас морозец. Где-то минус 2 градуса. Маша. Маша, самая верная кошка. Вчера поставил машину на автозапуск. А у меня есть в машине автозапуск. Там где-то в роликах я описывал. Сигнализация. Функция автозапуска. Потому как надо что, заходить, выходить на уличку. Греть машину, особенно когда минус 10, там минус 15. Я ребенка в школу возил по морозу, а так с дома завел и ляпота. Я когда-то только поставил ее сигнализацию, в 5 утра будет жена, говорит, елки-палки, машина завелась. Я их тить колотить, а потом дочитал в инструкции, там стоит функция. Можно выставлять температуру окружающей среды. Допустим, там было выставлено на минус 10 градусов. Можно минус 15, минус 20, минус 25 ставить. То есть, если температура опускается, минус 11, минус 12. Машина заводится, греется 10 минут. 10 минут работает и глохнет опять. Вот такая штука. Но я потом выставил на минус 20, чтобы сама не заводилась. А то так утром встанешь и топлива нет. Вон такая функция полезная. Котельная работает, вижу, значит, дома у людей тепло, это хорошо. Свет, слава богу, есть. Мне пишут по некоторым районам, вчера было отключение. Ну, может, были какие-то аварийные работы, бог его знает. А так, в основном, свет есть. Руки мерзнут. Все-таки минус 2 есть минус 2. Это не плюс. Да, Маша? Не едят корм. И корм хороший покупаем. Едят борщ. Борщ. Да, иди сюда. Иди, собакин. Иди, мой собакин. Сегодня как гавкал на кого-то. Блин, как рычит, как медведь бежит. Пошли. Пойдем мы в дом. Кофейку я уже испил. Я в луноходах, как обычно. Потому как прохладненько. Мягко говоря, надо что-то с форточкой делать, а тут это наглая Люся, знаете, как тут старый анекдот есть, в карты садятся играть, медведь, лиса, волк, волк так встает, говорит, так, тихо, предупреждаю сразу, кто будет дурить, получит по морде, по наглой рыжей морде, так вот это морда. Люся, она самая маленькая, самая мелкая, но самая сильная. Открывает форточку, надо что-то придумать. И все. Маня, пошли. Скукожила, что-то увидела там. Ага, понятно, надо же побеситься с утра. Ладно, друзья, всем добра, мира, благополучия, мирного чистого неба. Всем большое спасибо за поддержку. Остаемся на связи. Всем пока.